Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я расскажу вам, как можно фармить второй акт, фарминг гнома. Можно таким образом одеться, подзаработать немного деньжат. Итак, что нам для этого нужно? Во-первых, нужен уровень сложности Инферно. Задание номер 8. Черный камень души. Начало задания. Выбираем это задание. Нажимаем начать игру. Сразу скажу, что это не моя идея. Я уже видел на ютубе на английском языке подобный ролик. Так, значит, идем в портал. Здесь нам нужен waypoint, бескрайние пески, древний путь. Заходим. Ищем гнома. Он в основном вот здесь спавнится, либо чуть-чуть дальше. Если здесь его нет, то необходимо пробежать. Сейчас покажу, до какой точки. Ага, вот он. Иногда появляются монстры, их мы убиваем. Когда у гнома остается немного хп, обязательно используем макрос на переодевание. Это еще одна вещь, которая нам необходима. На переодевание в МФ шмот. И добиваем. Так, вот мы смотрим, что у нас упало. Макрос на переодевание, возможно, выложу в комментарии к видео. Где-то я читал, что за это банят, но я уже довольно давно пользуюсь этим. До сих пор никакого бана, банана, как говорится, не получал. Если учесть, что МФ бафает на шмотках аффиксы, то довольно часто падают. Вот у меня сейчас сколько. Так, а я уже переоделся обратно. Сейчас мы переоденемся в МФ. Смотрим. 235 поиск магических предметов. В принципе, этого достаточно, чтобы с гнома регулярно падало по 3, иногда и реже по 4 желтые шмотки. МФ у нас, значит, в данный момент влияет на количество аффиксов на шмотках, то есть вот эти параметры, их количество. То есть чем больше МФ параметры у вас, тем больше вот этих вот различных свойств на предметах. Также увеличивается вероятность, что упадет вместо синей именно рарная желтая вещь. Если бывает, где-то шанс появления гнома около 30%, на мой взгляд. Если вы заходите на локацию и не обнаруживаете его, то значит идем обратно. В данный момент мы его убили, значит я выхожу. Делаю релок. Заходим обратно. Так, и повторяем древний путь. Довольно часто мобы появляются. И уничтожаем, естественно. Ага, вот он. Когда у него остается около 100 тысяч, можно смело переодеваться и добиваем его уже в ночь. И переодеваемся обратно сразу. Значит, смысл бегать есть только вот до вот этого момента. Вот до сюда. Дальше не имеет смысла бегать, там тем более выше точка сохранения идет. Если вы туда наверх убежите, то будете респавниться оттуда сверху, что не очень удобно. Ну, вот так повторяем. Спасибо за внимание.